12 января свой профессиональный праздник отмечают работники российской прокуратуры. В этом году ведомству исполнилось 300 лет со дня образования. Муравленковская городская прокуратура была образована 32 года назад. Сегодня под руководством прокурора города Артема Воложанина работает коллектив из пяти сотрудников. В числе приоритетов их деятельности надзор за соблюдением конституционных прав и свобод граждан, эффективная борьба с преступностью и коррупцией, формирование единого правового пространства. Ежегодно город городской прокуратуры выявляется более тысячи нарушений закона. С праздником сотрудников поздравил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Органы прокуратуры уже три столетия стоят на страже справедливости, защищают права и свободы граждан, являются надежной опорой и щитом государства. Охранять закон и порядок – почетная и ответственная миссия. Ваша служба – залог социальной стабильности региона и спокойной жизни наших земляков, подчеркнул глава региона. Дмитрий Артюхов выразил благодарность всем работникам Ямальской прокуратуры за профессиональные качества, стабильную и эффективную работу на благо северян, ответственное и добросовестное отношение к своим обязанностям. Он пожелал сотрудникам крепкого здоровья, благополучия, счастья и дальнейших успехов в службе.